Приветствую! Приглашаю на видеопрогулку по парку Молодежный, который расположен возле улицы Пушкинская в центральной части города Харькова. После последнего благоустройства понравилось то, что в парке проложили множество новых дорожек, причем многие из них не заасфальтированы и не уложены плиткой, которая сыпется через пару лет, а на дорожках аккуратно уложена ровненько гранитная брусчатка. Отдельно огражденная площадка для выгула и дрессировки собак. Теперь в этом парке есть бесплатный чистый туалет. Это прекрасное место омрачает история. Здесь располагалось старое кладбище, и с 1970-х годов его решили снести и разбить здесь парк. Я знаю этот парк последние три десятка лет, и мне радостно видеть, как его благоустроили. Видео не претендует на полный обзор. Парк немного больше, чем это может показаться в этом видео. Рядом с парком есть кафе, рестораны, есть храм. Мы прогулялись, и я постарался поймать в кадр то, что мы успели увидеть за нашу прогулку. Раньше парк был очень плохо освещен. Сейчас установлены новые фонари, и мы обязательно сюда вернемся на вечернюю прогулку. Делитесь воспоминаниями и впечатлениями в комментариях, смотрите видео на канале, подписывайтесь на новые. Всем теплый привет из летнего Харькова!